Анонс и точность до выхода третьей части сериала «Метод уборщицы». Премьера сериала состоится 29 мая на канале ТВЦ. Полковник Борисюк не ожидал, что в его семью может прийти беда. Кто-то отрыл из жениха одной из его дочерей Екатерины. Представители правоохранительных органов предъявляют обвинение в убийстве именно Кати. Мотив у нее действительно был. Нашлось несколько свидетелей того, что пара ссорилась накануне трагедии. Александра приступает к расследованию при поддержке коллег. Необходимо в кратчайшие сроки вычислить настоящего преступника. В противном случае несправедливо обвиненную девушку надолго посадят в тюрьму. Далее Александре предстоит распутать очередное сложное и резонансное дело, суть которого состоит в следующем. Обнаружен труп московского кинорежиссера Белова. Судя по ряду улик, убийство совершил его зять Глеб Дубровин. Сыщица продолжает узнавать детали этой мрачной истории. Оказывается, в далеком прошлом взрослая дочь Белова умерла при загадочных обстоятельствах. Кинорежиссер считал, что ее убил Дубровин. Безутешному отцу даже удалось найти доказательства. И вот теперь сотрудники силовых структур полагают, что зять прикончил тестя, чтобы избежать срока за расправу над женой. Казалось бы, логичная версия, но Саша не торопится с выводами. Показ сериала состоится 29 мая на ТВ-центр. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.